Привет всем зрителям данного видео. Сейчас я продолжаю играть в Murdered Soul Suspect. И сейчас мы пытаемся догнать призрак, который от нас убегает по непонятной причине. Но думаю, мы его догоним. Так, у нас ничего нет. Так, давайте с тобой поговорим. Эй, не знаю, что ты делаешь, но... Наконец-то. Хоть кого-то прислали. Слушай, ты меня с кем-то спутала. Кого ты ждала? Вот кто будет за всем этим следить? В смысле, ты только оглянись вокруг. Это же не просто камни. Это человеческая память. Всем наплевать. А я вот не хочу, чтобы мое имя стерлось. Я не хочу полного забвения. Понятно. Ну, удачи тебе. Да. Ясненько. О, люди. Так, почему Ронан стал полицейским? Сегодня Ронан был на редкость склонен к философии. Обычно такие темы он не любит. Но сегодня постоянно говорил про карму, про то, что должен заплатить за какие-то прегрешения. Думаю, он имел в виду давние преступления. Именно поэтому, по его словам, он и должен стать полицейским, чтобы искупить свою вину. Другого способа он не видит. Ну да. Мы находимся в старейшей части кладбища, заложенной еще в 60-х годах 17 века. А это было до или после ведьмы? О, хороший вопрос. Вы все слышали? Юная леди спросила, было это до или после известных событий, связанных с ведьмами и процессами над ними. Ответ – до событий. Мы пройдем немного дальше. Пожалуйста, следуйте за мной. Да. О, здрасте. Эй, старичок, проблемы? Можно и так сказать. Я работал мясником, пока эта любопытная сучка все не испортила. Ко мне люди за мясом издалека приезжали. Я собрал столько наград, что некуда было вешать. На стенах места не хватало. А потом пропал ее маленький сыночек, и меня упекли за решетку. Дай угадаю, ты его убил? Не убивал я его. Я никого не убивал. Это делали мои свинки. Будешь преследовать ее до смерти, а потом? Все просто. Спрошу, каков был на вкус ее сыночек. Занимательный факт. Вкус свинины зависит от того, чем свиньи питаются. Я слыхал, для такой мрази, как ты, есть специальные места. Да. Ясно, так. Ну что ж, друзья, у нас появилась снова еще одна проблема. Это найти еще 12 каких-то там мемуаров или что-то мы собираем для того, чтобы увидеть очередную историю. Но если у меня получится, то тогда мы послушаем ее. Так, почитайте на паузе, как всегда. Так, здесь ничего. Ничего, ну тогда заходим. Что, книжка интересная? Потом. Не отвлекайте. Вы не видите, что я занят. Ладно, я тогда тут осмотрюсь пока. Только ничего не трогайте. Если вам интересно, я уже почти что понял. Почти разобрался. Без обид, но ваши справочники малость устарели. Ничего нового вы тут уже не откроете. Зачем мне новое, если есть столько старого и неизученного? Вот вы знаете, какая старейшая в мире болезнь? Конечно, не знаете. А вот я вам скажу, это смерть. В каждой культуре есть своя книга о смерти. Забытая,
запрещенное. Я всю жизнь стремлюсь разгадать тайну смерти. Я уже близок к разгадке. Но пока чего-то не хватает. Иные тайны лучше не трогать. Ну да, лучше не трогать. Но это же интересно. Так, ну да ладно. Пройти нам не дают, да, как всегда. О. Там ничего нет. Ничего, ладно. А ты кто? Так, что это за место? Я не знаю. Они говорили, это вроде бы полевой госпиталь. Прошу, вытащи меня. Это не госпиталь. Он обманывает. Кто? Доктор Троттер. Я не понимаю, в каком смысле не госпиталь? А что же тогда? Просто бойня. Я только хотел помочь, и все. Прости. Ладно, допустим. Так, что, нам с ним поговорить снова нужно или нет? Уйдите, я работаю. Ладно, тогда продвигаемся. Так, тут нельзя пройти. Да ну остановись. Эй, не бойся, я просто хочу спросить, и все. Но почему все так умеют прыгать, кроме меня? Надо бы научиться, что ли. О, ну наконец-то хоть что-то полезное. Телепортация. Вы можете вывести на экран метку точки назначения, удерживая левую кнопку мыши. Метка перемещается при помощи тоже мыши. Чтобы телепортироваться, отпустите мышку. Продолжить. Ясно. Ну что, попробуем. И... оп. Мне вот интересно, он только сейчас научился, а раньше нельзя было? Теперь я понял, как я смогу в том городе на крыше взять недостающий фрагмент. Ну вы поняли, к чему. К новой истории. Но это мне придется обратно возвращаться. Если нам, конечно, еще дадут такую возможность. Ох, печаль, беда. Угу. Через зазоры тоже могут телепортироваться. То есть получается и вот ту. Получается, в городе я снова смогу взять вот ту последнюю штучку для истории, которая за стеной. За которая за стеной спрятана, которую я не могу пройти. Ну вы поняли. Теперь мне кошка не нужна. Ну, ладно. Придется возвращаться. Что ж поделаешь. Это уже будет потом. Давай. Так. А тут у нас что-то есть. Записка. Новая татуировка. Правосудие. Новая татуировка у него на спине. Еще одна женщина, но, к счастью, абстрактная. Фемида с весами. Но без повязки на глазах. Я спросила, что это значит, и он впервые отказался об этом говорить. Могу лишь предполагать, что у него был какой-то печальный опыт общения с неслепым правосудием. Возможно, он расскажет об этом позже. Ну да. Так, тут нам делать нечего. А у нас... оп. Еще 11 до полной картины событий. Неплохо. Посмотреть. Лекарство от лихорадки. Так, снова. Опа, она там. А, вон она где. Ладно, постой там пока, я осмотрюсь. Так, еще что-то интересное есть. Тут
Ничего такого. Так, здравствуйте. Не буду вас особо беспокоить. Этого я совсем не ожидала. У Ронана новая татуировка. На этот раз она не связана ни с преступлением, ни с насилием. Она про меня. Про нас обоих. Две переплетенные розы. Кажется, он считает, что наши отношения навсегда. Он набил ее поверх тату, посвященной родителям. Да. Спасибо, что разъяснили. Ну, теперь, я думаю, нам тут делать особо нечего, можем сваливать. Так. Так, а наверху у нас там ничего не было полезного. Опа. Получилось. Да, тут ничего. Ну нет, так нет. Выходим отсюда. Погоди, ладно? Да, ну хватит убегать. Или ты меня ведешь куда-то, я не могу понять. Так, демонов нет? Нет. Ладненько, давайте тут осмотримся. Так, секретика нет. Так, и тут тоже вроде бы как нет. Ух ты. Какая страшная участь. Действительно. Но это моя вина. Я заставил людей поверить в то, чего не было. Меня считали героем, а я всего-навсего жалкий трус. Годами рассказывал истории о том, как сражался и убивал. Но я просто врал, чтобы меня угостили выпивкой. Я не бывал в бою. Но... ты кого-то явно разозлила. Он хотел вывести меня на чистую воду. Я решил его убить. Но он об этом узнал. Он со своими дружками бросил меня здесь умирать. Меня никто даже не искал. Стыдились, наверное. Да ладно, мужик, не такое уж ты говно. Видал я людей похуже. Утешил. Чисто реально. Унизил и утешил одновременно. Ой, ладно, так. Секретов там у нас нет. Так, не застревай ты. Ладно. О. Еще 10. Неплохо. Так, чик. Хорошо, сейчас поднимемся. Но для начала тут ничего нет. Значит, поднимаемся. Еще 9. Уже радостная новость. Тут ничего. И на крышах я тоже ничего не вижу. Ничего нет, хотя могло бы быть. Да, ничего.
Так, снова эти журналюги. Так, тут точно ничего нет. Вроде нет. Осматриваемся здесь вокруг. Ничего. Так, ну хорошо. Пусто, а ну-ка, оп. Прости, братюнь, за беспокойство. С вами Трэвис, охотник на привидения. Мы в Салеме, Массачусетс. У этого города жуткая история, и он кишмя кишит призраками. Кто знает, сколько... Надеюсь, лунный свет попал в кадр. Чащих фантазмов? Трэвис, по-моему, это перебор. Так, стоп! Дуэйн, сколько раз тебе повторять? Не смей. Ничего не закончено. Произошло уже немало смертей, но, похоже, грядет еще больше. И их вряд ли можно предотвратить. Боюсь, кладбище будет переполнено. Явно паранормальщина. Я тоже слышал. Тут какой... Так, понятно. Воспоминания медиума. Призрак. Взяли еще одно. Так, тут у нас что-то есть? О, здрасте. Какое тихое местечко. Ты тоже повелся? Когда они меня выпустят? Я всем этим козлам кишки выпущу! Так, а ты не пробовал просто взять и выйти? Что-то мне подсказывает, у тебя запросто это может получиться. Да ну? Это как? Дверь-то изнутри никак не откроешь, умник. Ты разберешься. Да, похоже, чувак что не понял, что он мертвый. Ладно, допустим, тут тоже ничего нет, да? Так, а выйти отсюда мы не можем. Отсюда можем. Ладно, секретов я тут не нашел, поэтому уходим вперед. Тут у нас что? Ничего не дрожит. Значит, ничего нет. Да вы издеваетесь, снова демоны. Почему именно сейчас? Вот так вот. Тихо, тихо. Надо ждать удобного момента. Да, не вышло, как всегда. Одного убиваем, остальные, блин, как будто бессмертны становятся. Thank you.
Вот теперь я не то нажал, что просили, блин. Такой момент испортил. Ох, ладно, бывает. Ну ё-моё. Сразу двое? Да вы издеваетесь. Давай. О, идеально. Больше никого? Все, друзья, теперь мы можем расслабиться. Фу. Давайте быстренько осмотримся и продолжим наши приключения. Обалдеть, я смог. Сразу двоих. Повезло, однако. Ничего не скажешь. Как я понял, ничего такого особого нет. Или есть, или нет. Секретики, вы тут? Тут ничего. О, как же тут холодно. Да. Надо было надеть... Клёво, что ее так интересует футбол. О, да я же на него практически вешаюсь. Да. Шансы велики. У вас, я смотрю, каждый день тренировки. Читать иногда мысли, это прикольно. Неплохо. Да что ж за холодрыга такая, а? Слушай, ладно, спускаемся. А то что-то уже долго мы... Преследуем нашу девчонку. Но мы же хотим все исследовать, да? А я так и делаю. Чик. Еще 8. Еще 7. Все ближе и ближе. Снова непонятные символы. Здрасте. Так, тут что есть? Нет. Хоть бы тут секретик бы один, да, спрятали, а то. Что, зря я шел сюда? Так, тут что-нибудь есть. Ну, на видном месте, по крайней мере, ничего я не вижу. Хотя могу ошибаться, конечно. Так, очередная записка.
Я пересказала Рексу слова Ронана насчет преступлений. Похоже, он встревожился, но не за меня. Просто он знает, как тяжело вернуться к нормальной жизни, если у тебя криминальное прошлое. Даже когда ты полностью изменился, люди не хотят давать тебе еще один шанс. Из-за этого я прониклась к Ронану еще большим сочувствием. Он так хочет стать другим. Мне нужно как следует об этом подумать. А что тут думать? Нормальный парень. Ну подумаешь, криминальщик. Ну что такое? Даже такие бывают хорошие. Просто не повезло. Так, еще 6. О, здравствуй. Ты нас ждешь, да? Ну, подождешь еще немножко. Я хочу все осмотреть. Ага. А, туда нас вообще не пускают. Пока что, я думаю. Даже телепортироваться мы не можем. О, сюрпризик. Снова почитайте на паузе. Тут ничего нет. Ну что ж, поговорим с тобой. Постой. Не бойся меня, я хочу узнать, кто тебя убил. Да, да, я полицейский. Черт, понял. Ты не пытаешься убежать. Ты ведешь меня? Ну да. В принципе, я так и понял, что она не убегает, но не сразу. Так, ну что? Что это за звуки? Так, только что это был звук ветки. Что, неправильно? Ну, давайте так. Так и знал. Звонарь. Но почему он захотел убить тебя именно так? Эй, не бойся. Давай, выходи из воды. Все нормально. Я тебе не враг. Взять Софию за руку. Так, убийца утопил Софию с помощью странного Да, конечно, это эпично. Я не знаю про договор. Прошу, перестаньте. Что за чертовщина? Договор? Не понимаю, какой еще договор? Нет. Сейчас тебя убьют. Ты еще ребенок, не надо на это смотреть. Тебе. Его знак.
Он что-то означает. Отстань от меня! Ну, вот и все. Нужно возвращаться к Джой. Так, ну вот и все, выяснили. Правда, интересно, зачем же он все-таки рисует этот колокол? Опять какие-то ритуальные фигни. Так. Звонарь на кладбище. Понятно. Ну ладно, зрители, подписчики, давайте... На этом мы завершим данную серию, и я уже буквально через 5 минут продолжу. Ну а на сегодня все, всем пока-пока.